Обострение палестино-израильского конфликта и пути выхода из кризиса обсудят в Вене квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию Россия, США и ЕС ООН. Накануне в Берлине переговоры на эту тему провели и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. По словам Могерини, Нетаньяху настроен на то, чтобы снизить напряженность. «Мы обсудили конкретные шаги с тем, чтобы разрядить ситуацию на месте и обеспечить статус-кво в святых местах. С его стороны я получила заверение в том, что он намерен гарантировать статус-кво». Жертвами насилия за последние 3 недели в Израиле и на западном берегу Иордана стали более 60 человек. Накануне перед судом в Бер-Шеве предстали 4 человека. Они подозреваются в причастности к избиению выходца из Эритреи. Беженец, которого приняли за террориста, был ранен охранником автовокзала, а потом избит толпой. Позднее он скончался.